16 и 17 сентября на базе отдыха «Песочница» пройдет 9-й краевой конкурс балетмейстерских работ «Танцевальный бриз 2017». В субботу 16 сентября с 10 часов утра и до позднего вечера более 35 творческих коллективов из 13 муниципальных образований Приморского края представят на суд жюри и благодарному зрителю свои конкурсные выступления. А в воскресенье 17 сентября в 14:00 состоится заключительный гала-концерт. Победители конкурса приглашаются все желающие.